Какую бы вы ни выбрали диету, вам обязательно необходимо узнать подходящие рецепты. Например, в последние годы популярна гречневая диета. Есть несколько ее вариаций, и в одной добавляется кефир. Благодаря этому блюду вы всегда сможете получить здоровый завтрак и полдник, но заготовить его необходимо заранее, поскольку крупу не варят, а настаивают, и вам будет полезно узнать о том, как приготовить гречку для похудения. Для этого необходимо купить зеленую крупу и низкокалорийный кефирчик. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Гречку промойте и откиньте в дуршлаг, полностью высушите ее и уложите в посуду. Залейте крупу кефиром, оставьте ее в холодильнике на 6-8 часов. После этого блюдо хорошо перемешайте. Приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Теперь о составе нашего блюда. Гречневая крупа зеленая, 30 грамм. Кефир обезжиренный, 60 миллилитров. Количество порций, 1. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. До свидания, друзья!